Спасай. Всем привет. Друзья, всем привет. Вот такой вот играется архаровец. Угу. Почистился. Так интересно, думаю, покажу и вам. Да, строитель. Браунёк-строитель. Все, друзья, кинул им еще по чуть-чуть травки. И уже сегодня испытали эту ерунду. Гляньте. Вот. Гляньте. Все бежит куда нужно. Гляньте. И от рыжухи все бежит туда. Вот так вот. Видите, я там сделал, шифер положил, и все туда в трубу бежит. А зимой, я не знаю, что-нибудь придумаю. Ну, друзья, до зимы еще как вроде бы и недалеко. Ну, пока сделал так, и потом на крайняк чем-нибудь заткнул. Сверху там, может, у меня кочаны есть, накидаю, или сена старого, чтобы не прихватило. И будет все нормально. Рыжушка тоже кушает. Друзья, сегодня первое число. С сегодняшнего дня следим за ней. Ну, я думаю, уже браунберн поработал нормально. И поэтому будет... Ну, по-любому она уже процентов 98,5, она покрыта. Может, даже 99. Через пару дней уже будем знать, что 100%. Пока еще не 100. Фурия, что ты выглядаешь? Там, наверное, сквознячок такой небольшой. И она остужается. Так. Этот архаровец. Ну, за травку жует. Браун. Берн. Не кидайся на меня. На тебе еще. На. На. О, гляньте какой, друзья. Огромный. Машина. Все. Тикай. Тикай. Высокий такой на ногах. Все, текай, дружбан мой. Красавец. Мужчина. Так. Опачки. И Тайсон пришел. А Мурка не пускает. Ой, Мурка, Фурия не пускает. Что за дела? Петля немножечко... Набухла у нее. В охоту, что ли, пришла, я не понял. Лариска. А? Что за дела? Что за дела? Тоже кушает хорошо все. Ну и видно, друзья, растет. Потихоньку, помаленьку растет. Кинул, друзья. Козочки тут нормально. Катя сказала, будет, принеси мне мешок, буду козам сыпать. Ну, она, короче, не только козам всем посыпала этот, чтобы Катька чистилась. Ну, она немножечко чище уже стала, друзья. Все равно эта ерунда работает. И, скажем так, неплохо. Что такое? А? Кинул ей, друзья, немножечко такой
хорошей травы ей тоже кидаю. И они, он тоже там что-то колупается. Он подбитый. Что, выпускаем их, друзья. Так, фасоля. Нельзя. Фасоля. Тикай. 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 Тебе нельзя. Не ходи. Тикай. 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 Малышня, идите, покопайтесь немножко. Друзья, мухи даже если валяются тут, они их трогать не будут. Тикай. Тикай. Тикай, фасолечка, фасолечка. Ну я знаю, на, погрызи. О, фурия помешала возле маленьких свиней. Подбитый выходит. Ну выходи и ты немножко. Выходи вот тут, пройдись. Выходи. О, давай. Все, сразу копаются. Вот, на тебе еще трава вот валяется. На, фасоля, на, вот тебе трава. На, вот тебе трава. А эти сразу копают. Давай, все, заходим назад. Все, вы начинаете баловаться. Все, друзья, сейчас я их загоню, секундочку. Самому, конечно, тяжело их даже без камеры загонять. Они лезут, паразиты малые такие. А? Что это она нашла? Какую-то пластмасску. Гляньте, жевала. Где она ее нашла, непонятно. Надо выкинуть туда, кину. А завтра вынесем. Ой, малой пришел, гляньте, вот он. Подбитый. Где? Она его прогнала. Где подбитый? Все хотят на камеру показаться. Гляньте. А малой туда ушел. Чешется, вон он. Малой пришел. Привет. Привет, подбитый. Привет. В корыто, в корыто. Ну, друзья, уже можно сказать, он на 95% уже здоров. Ходит уже, копается. Ух, пьет, 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 пьет. Так, а где еще один, два, четыре, а, все на месте. А я не пойму, думаю, где они. Видите, рыжики такие. Ну. А, друзья, посмотрели мы. Снежинка старше от фасоли, по-моему, ну, я приблизительно, мы так глянули. Вернее, мы глянули точно, но я сейчас помню приблизительно. По-моему, на 3 месяца она старше, чем фасоля. Да, да, на 3 месяца. Ну, она уже, видите, какая. Уже вот фасоля, конечно, похудала, но это практически ее уже догнало. Сейчас еще месяцок, она станет кругленькая, она длинная. Ну, хорошая тоже свинья. Посмотрим второй раз, как она пьет. Посмотрим, как она второй раз будет. Ну, какие будут поросята. Если все будет благополучно. Да, фасоля, ты хочешь еще травы, но нельзя тебе давать. Вот когда сегодня им сколько? 17 или 18 дней. Где-то через 10 дней уже будешь кушать. Травы я тебе много кину. Уже, чтобы молока у меня не было, пускай поест. Потому что туда-сюда, в этом году я думал, что люцерка у меня там будет большая. Не получится, потому что
ну, люцерка получается на следующий год. Друзья, там спрашивают еще по поводу вот этих вот уток. Я не знаю, мы за них даже не записывали, когда они сели, сколько у них там яиц. Не лезем, все, уже это точно. Это сама тут. Туда вроде бы уже кто-то залазил. Сюда все равно, в это никто не лезет. Надо то ли его, может, вот сюда подвинуть. О, вот так. О, два гнезда. Вот так, о. Потому что там, может, вот это вот крыша мешает. Так. Ну, есть немножечко. Плохо едят зерно. Ну, сегодня мы им не даем пайку. Потому что и здесь вот я каждый день у фасоли утром, вечером высыпаю, все им сюда, видите, они уже обнаглели. Как говорится, с жиру бесятся. И вот, друзья, гляньте, ячмень вырос второй раз. Не знаю, как это, я думал, что раз скосить и все. Поэтому, ну и думал, что люцерка будет, если я ее буду поливать, то... смогу зеленую траву даже осенью рвать. Но это будет только в следующем году. Это будет, но в следующем году, друзья. В этом году этого не будет. Вон они в тенечку, все курочки отдыхают. Закрыл я, вроде бы не вылазит, друзья. А там кто его знает. Посмотрим, может, она еще где-то найдет лазейку. Вот эта уточка хотела, видите, взлететь, а у нее пропеллер не работает. Вот, купаются. Купаются. И тут, а, друзья, гляньте какой. Но я знаете, как решил, пускай еще будет, немножечко поспеет, когда будет там уже зерно, то я боялся все наложить, потому что заведутся мыши, я это знаю. А этот отдельно положу. И в первую очередь его буду скармливать. Ну, здесь немного будет этого сена. Поэтому решил, короче, такое решение принял. Пускай будет с зерном, как бы, вроде бы. С молоденьким. Что ты ходишь, Фурия? Что ты хочешь? Видите, люцерка, да, вроде бы уже растет. Но недостаточно. На следующий год будет. Все хорошо будет на следующий год. Так что такие дела. Все, убежали. Вчера сорвал полыни, кинул им, думаю, на всякий случай. Потому что они не купаются. Я-то их так попшикал немножечко этой пудрой. Ну и полынь пускай будет, валяется. Они там что-то съедят. Что-то... А, по поводу этого. Иди, иди. Иди. Он не такой шугливый, как все. Но все равно он боится, друзья. Потому что, ну, это утка, как ни крутить, он с ними тут ходит, видит же, что они боятся, хотя мы же его не трогали, вот он, видишь, видите, иди, а, иди, иди, не, текает. Не хочет. Ну все, не трогаю тебя, не трогаю. Ну, травы я им... Понемножку рву, молочай, друзья, есть еще. Все равно, туда-сюда. Но, как я и говорил, оно всегда в середине лета этот уже практически нету травы. Ни козам, никому. Почему я и захотел посадить, думаю, поливается. Ну, то есть будет зеленая трава даже осенью. А я знаю, почему так. Потому что я... когда собирал бузину, там в одном селе был, ну, тут у нас недалеко, и там поле было, и туда прокинули трубу, и видно были поливалки, но это была люцерна, а бузина это практически, ну, в конце лета, и она зеленая была, где-то по колено, то есть я так подумал, думаю, ага, если буду поливать, и у меня вот тут будет зеленая свежая трава. То есть и козам, и свиньям все будет. Но оказалось, что оно не так все быстро.
Надо, если бы я, может, посадил бы осенью, тогда бы, может быть, она и была. Ну, друзья, как сделал, так сделал. Все равно, я думаю, что-то получится из этого. Да, Лариска? Ларка? Вот такая свинюка. Ну все, друзья, все хорошо. Тут у нас на хозяйстве все здоровы, сытые, погулянные, поросята растут. Бочка только мне не нравится, гляньте, как она погнулась. Там и писали вакуум. Друзья, там нету вакуума. Я прорезал крыш, в крышке отверстие и туда шлангу. То есть вакуум там не может создаваться. Это такие бочки. Ну, я так и знал. Я и говорил, надо поставить этот, железную бочку эту. Внутри покрасил бы, и она бы служила бы. Ну, уже все, пускай. Это тоже, я думаю, года три прослужит. Так что такие дела. Все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии. Всем пока. Все, ты блестящий. Браунёк блестящий. Блестит, гляньте, друзья. Все. Всем пока.